Проект «Школа мастерства от модерна к русскому авангарду» является ярким примером сотрудничества государственного учреждения культуры с некоммерческой организацией, где взаимные возможности, взаимные интересы создают синергетический эффект. Мероприятие носит формат биеннале, потому что программа насыщена мастер-классами. Сама выставка предполагает различные форматы. Это и арт-объекты, это и картины, это и различные инсталляции. Поэтому каждый из посетителей найдет для себя что-то новое обязательно. Мы приглашаем также к участию к программе «Круглого стола», тема которого является инклюзивные проекты в сфере культуры, работа над ними, трудности, с которыми мы сталкиваемся в подготовке инклюзивных проектов. Формат этого круглого стола будет гибридным, то есть эксперты будут подключаться из разных уголков к нам, и участники также смогут из любого города присоединиться и задать свои вопросы нашим уважаемым экспертам. С 21 августа по 21 сентября выставка будет проходить в соответствии с требованиями Роспотребнадзора к мероприятиям в культурных проектах. И предварительную запись вы сможете пройти на наших ресурсах, сайте и в социальных сетях. Также задать ваши вопросы по телефону.